Люди умирают каждый день. 5 миллионов бывает раз в жизни. Да выпустите вы меня! Мы будем действовать. И никто при этом не пострадает. Есть идея. Но понадобится оборудование. На 100% не согласен с этим планом. Чтобы дело выгорело, попотеть придется всем. В тюрьме мальчишка доказал, что ему нельзя верить. Поэтому мы здесь. Если его схватят в городе, он не сможет указать, где дом. К тому же, тебе мы доверяем еще меньше. Я же там сдохнуть мог. А нам от тебя кое-что нужно. И мне от вас кое-что нужно. Мою долю денег. Сначала заслужи наше доверие. Что надо делать? Возвращайся в магазин садового инвентаря с этим списком. И заправь машину. Через час будем ждать тебя здесь. Понял. И Дэвид, не облажайся. Это тебе не Фокс Ривер. Сейчас все по-настоящему. Но я хочу долю. Буду через час. За дело. Ошибка. Большая ошибка. Северная Юта. Шоссе номер 36. Это встреча. Ты что, пешком? Нет, тут, в общем, долго рассказывать. Я думал, ты собирался к семье. Наткнулся на разные преграды. А ты? И я. Дай-ка угадаю, ты сейчас в Туле? Ага. Выходит, мы с тобой попутчики. Надеюсь, не опоздаем. Не подбросишь? Эй! Я ведь не просто так. Чикаго, Иллинойс. Управление ФБР. Сэр, первые следы потушек. Замечен в забегаловке на Сидер Гроув в Висконсине. Передайте дело пока местной полиции. Сегодня наша задача Юта и Ди Би Купер. Понял. Лайл. Тут указан человек, обладатель единственной выявленной банкноты Купера, Харальд Дженкинс. Да, Купер заправился у него на сотню в день угона самолета. Номер купюры оказался в списке. Вывели следствие? Мое первое дело. Никто его так и не раскрутил. А с чего вы взяли, что беглецы знают, где деньги? С того, что они сидели с настоящим Купером. Это Дженкинс с заправки. Он еще жив? Должен. Тогда ему было всего 18. Навестим его.